Всем привет, с вами Индизона ТВ. Сегодня мы поговорим с вами о ловистой точке на реке Тунгуска. Координаты у нас 39-138, квадрат B5, бежим мы с базы, пешочком, так сказать, прогулочку. Здесь неплохой фарм. То есть поклевки частые, ловим мы на матче, матчевое удилище. Рекомендуем к покупке Фортуна матчи, они стоят дешево, где-то в районах 1200-1300 серебра, 15,7 прочность, так что покупайте, фармите серебро. Катушки здесь подойдут любые, рыба достаточно не сильная, ну при лове, конечно, бывает, бывает. Экземпляры, то есть мне пару раз залетал даже таймей. Наш лов за час, ну примерно вот такой вот. То есть что у нас выходит по серебру, ребят, да не скажу, потому что у всех фарм будет разный, и то есть у меня там может быть чуть лучше, у кого-то чуть хуже, ну примерно 250 там, ну для самых ленивых, да, и где-то 600-700 серебра, если вы прям, я не знаю, пианист. Так что все сюда фармить серу. Всем пока-пока.